Кевинда Махини, он вчера на зуме, ну вот, по-моему, на японском, он вспомнил игру, знаете, где Рада, это, я не помню название, по-моему, Мадхава Видатхава, Рупа Госвами, да, история. И там такая суть, он объяснял, что Радха влюбилась, да, такая картина. Рада 3 дня не ходит вообще, не готовит, никакие обязанности. Она влюбилась в трех мужчин. Помните, да, вчера вам говорил? Удивительно. А мы ее читали на русском зуме. Ну, вот тут в Сибири мы читаем с матушками Инной и Татьяной. И мы эту же картину. И то есть мне интересно, вот, чтобы Махарадж хотя бы 2 слова вот про эту картину, про вот эти эмоции и радхики, да, и то, что Кинкари чувствует, да, вот в этой игре. И как бы его личный опыт, возможно. Ну, то есть очень это сладостно. И как бы она, я тоже на ней несколько дней не могу ее покинуть, эту игру. Да, и пусть он скажет пару слов хотя бы, да, вот про это, про эти чувства, эмоции, радхики. Рады. Хорошо. Гурудев? Рада Говинда has a question. Yesterday in Japan Zoom you mentioned one lila, where Radhika fell in love with 3 men at once. You told us this lila in the very end of the class. How she was confessing to her girlfriends that she fell in love with this man who is playing on flute, and this man whose name is Krishna, and this man which picture she saw. So Radha Govinda, he is asking to speak, to elaborate on this thing, on this lila, and to explain the feelings of Radhika and feelings of Manjari's in this lila, what they're feeling, how they're doing, what they're doing. Because now with Bhaktas, they also, they are reading this lila, and he's meditating on this lila already for some time. So he wants you to elaborate on this lila a little bit. The first thing is sneha. When nistha is coming, firm faith in coming your sarup, you got the sarup nistha. Nistha means sarup nistha. Сначала приходит ништха. Ништха – это сварупа ништха, утверждение в своей сварупе. Sumiti. So this is sarup nistha. Without sarup nistha, ishta nistha is not coming to feel it. Без сварупа ништхи ишта ништха не придет. Не придет вот это, как сказать, утвержденность в Иштадеве. One is a faith, and one is a firm faith. Есть вера, а есть твердая вера. Faith will never come. Firm faith will never come in sadhak there. Твердая вера никогда не придет в садхака дэхи. Even in a spiritual master in Ishtadev. Даже не придет твердая вера в своего духовного учителя, и в Иштадева тоже не придет. Why? Because this body create is a condition, is a marginal and independent free nature. Потому что это тело обусловлено, погранично. Conditional, marginal and independent, и независимо. Независимо — это 3 природы вот, нашей материальной сути. So, I know the condition and marginal, but independent, new thing I understand by listening Prabhupada Bhagavad Gita. До этого я знал пограничность и обусловленность, но про независимость я осознал эту вещь, когда углубился в чтение Гиты Прабхупады. Last paragraph of Bhagavad Gita. Последний параграф Бхагавад Гита. So independence, why? Because the creator is
is also very independent. Krishna is very independent. So his creation of the soul become also very independent. Почему есть это? Myself, what I like to do, I do my. Independent. I don't influence with others. Influence. Почему мы независимы? Верховный Господь независим, да, и Кришна, мы как бы его частички, мы тоже в наивысшей степени независимы, нам дана такая независимость. И вот мне хоть что кто говорит, я все равно буду действовать, как я хочу, потому что я независима, у меня такая же природа. So fun faith is not. Sardha coming. Nishtha not coming. Поэтому твердая вера в таком положении не придет. Шрадха, да, начальная вера, но твердая вера ништха нет. So that we confirm with the logic, knowledge, arguments. We are confirming what, Gurudev? With logic, knowledge, Vedic knowledge, Vedic. It's literature, book, a scripture, we want to confirm it. To have a faith? To have a faith? Shraddha. To develop more faith and faith and faith. I see. И для того, чтобы нам поддерживать эту веру, чтобы не уйти с этого пути, нам нужно очень много книг читать и постоянно свой ум убеждать, и вот пичкать информацией, нагружать, для того, чтобы поддерживать уровень веры и не уйти вообще с пути. Sadhu Sangha also I doing Bhajan Kriya also, Anartha Nivritti also happen. Я нахожусь в саду Санги, я совершаю Баджана Крию, и постепенно происходит вот это Анартха Нивритти, избавление от Анартха. Anartha I will not create 100%, because I want to Nivritt free from the Anartha. But what Anartha I created, it is not going. Sorry, Gurudev, I didn't understand. Can you come and help me? I understand, Gurudev. So Gurudev said that what Anartha we are not creating when we are going through the different stages of bhakti, but the ones who are already with us, the deeper, you know, samskaras, we cannot get rid of them like that. We cannot get rid of them because of what? What the reasons? Just on the level of Vairi Bhakti. I see. And my marginal nature. My this. Yes. Mm-hmm. When I come in Tamoguna, I change myself. When I come in Rajoguna, I do this way. I come in Sattoguna, then I. The gunas moving. To moving my gunas. Inner gunas and gunas means satoguna, tamoguna, rajoguna means goodness, passion, ignorance. Goodness, passion, ignorance is moving. It's still. И Гурудев говорит про анартха неврити, то есть когда человек идет по духовному пути, он как бы новых анартх и сильных не совершает, но глубинные анартхи остаются с ним, и от них невозможно избавиться. Я спросила, то есть я не поняла немножко Гурудева, и я спросила, почему, и он сказал, ну потому что вот это все наши глубинные самскары, вот эти анартхи самые глубокие, и из-за того, что мы еще на уровне гун, да, тамагуна, раджагуна, сатвагуна, все это меняется постепенно из-за того, что природа пограничная, поэтому мы не можем до конца избавиться там от анартх, они все, ну, они с нами остаются. Right, see that? Yes, it happens all the time. Bhajan happening, but kriya not happening. I do bhajan. But kriya I doing what is the my goodness? Я совершаю баджан, но процесса баджана крии нет. Вроде я повторяю, да, совершаю какие-то анги, да, преданного служения, но крия, мои действия, они расходятся с баджаном. Крия not happening, no? Крия is happening,
as per my guna means I am in tamoguna, I am thinking in that way. The Krishna is not happening. Rajoguna, planning to make this something and chanting also. No. Yes. Sometimes guna coming, then my kriya happening that I thinking some past. Mm. И Гурудев говорит, что такое баджана крия, то есть я совершаю баджан, я повторяю, пытаюсь, да, вот, повторять святые имена, но крия происходит в разных гунах. Если я нахожусь в тамагуне, я думаю там, да, о чем-то таком совсем. Если раджа-гуна, то у меня разные планы, проекты. Вот я повторяю харинам, а ум бесконтрольно туда-сюда бегает. Если я иногда попадаю в сатва-гуну, то да, я могу пометовать какие-то лилы. То есть моя баджана и крия как-то они совпадают. Right. And then we will make bigger line of my bhajan kriya. Bigger line, one small line. My old дальше, line. Bigger line. Bigger. More impression and more activity. Bigger line. And kriya. Дальше я прочерчиваю в своей баджане крии более длинную линию, то есть у меня остаются мои старые привычки, это короткая линия, и более длинная линия — это мои новые, я нарабатываю новое баджана кри. Криамен лила-чинтан. So бина лила-чинтан cannot possible. Sorry, Gurudev, because it was someone coughing, I didn't catch. The bigger line is Lila Chintan. Satoguna means Lila Chintan Smarana. Lila Chintan Smarana is a Satoguna stage. И мы чертим более длинную линию, и это более длинная линия в нашей баджана крии — это процесс смараны или лила чинтаны, пометование лил. That way, this practice will bring to nishtha, perfect. И именно этот процесс ведет к ништхе или устойчивой вере. Right? Perfect. Yes, got it. Explain. Yesterday, firm faith and sarup firm faith. Ништха. Это лила чинтана ведет к просто к вере, к устойчивой вере ништхи и к ишта-ништхе, утвержденности, кто мой иштадев. If we have a desire for gathering information, never will happen. Если мы просто хотим коллекционировать информацию, то ништхи никогда не случится. You have to concentrate one point. Вам нужно сконцентрироваться на одной цели, не нужно распыляться повсюду. Expanding not working. One point. Нужно сузиться наоборот, расширение здесь не поможет. Эрудиция такая. Clear? Понятно? Wellness. Да, это рады. Говинда Махини. Татва нам понятно. Пусть он свое мнение выскажет вот по этой игре, да, или какой-то хоть нюансик какой-то. Вот в этом состоянии радхики, да, я сужу, как он говорит, эмоцию радхики какую-то, пусть он немножко, ну, расскажет. Вот именно в этом состоянии, когда она влюбилась в трех мужчин. Рады. Thank you. Sorry. Rada Govinda is saying that Tatva is clear for him and he wants from you some explanations of emotions of Radhika. What she is feeling when she is falling in love with three persons in the same time. Yes, I see you. After that, what is that? Nishtha after?
Ruchi. Mishka Ruchi. Test. После ништхи приходит вкус, ручи. What is meaning test? Like you are drinking. You like to drink. This is ruchi. You like to listen. You like to one pointed. That is ruchi. You что don't такое? Want to... Что такое вкус? Например, вам нравится вкусный какой-то напиток, вот вы привязаны к нему, вам нравится вкус, постоянно его пьете, или вам нравится слушать, это ручи. Если вам что-то очень сильно нравится, вот это, и вы никуда не отклоняетесь от этой темы, это значит, у вас к этому развито ручи. You like to think for Radha Mohan. You like to think. You like to be with him. You would like to be in your soul consciousness. You like ruchi, taste. Mm. You don't interested where anything outside disturbing you. So that is ruchi. I have a taste of this one. No, this. No. Over. Что такое ручи? Например, у меня есть ручи к Иштадеву, к моему Радха Мохану, и мне все равно, если кто-то будет что-то говорить. Я не обращаю внимания на слова окружающих, потому что я сосредоточен, мне просто очень нравится думать о них и там, поклоняться им. If I have no taste, I cannot be greedy. Mm. Если нет вкуса, то я не могу и жаждать, у меня не будет духовной жажды. Taste and greed is the brother and sister. Ручи, вкус и жажда — это брат и сестра. See that? Taste is sister and brother. Greed. Вкус — это сестра, а жажда — это брат. Посмотрите, они самые близкие родственники. Они одно и то же практически. Then what is that? Asakti. Deep attachment. Дальше идет асакти, глубокая привязанность. Before my deep attachment with my senses, my ego was deep attached to me. До этого моя глубокая привязанность лежала в сфере моего эго. Я был очень привязан к себе, как к эго. Now I spit it out. А теперь я выплюнул это, плюнул просто, выплюнул эго. My madness, asakti is now in you. I have no taste in this. Everything is stinking now. Like a shit to me. И теперь мой вкус только к тебе, только к Иштадеву, а все остальное для меня воняет просто как испражнение, все не вонючее, вонючим кажется. Before I was living for that, it was the highest flavor for me. Now it's become shit for me. Because I like this flavor. До этого я жил, и для меня все эти материальные вещи были исполнены наивысшего вкуса, сладости, но теперь у меня новая привязанность глубокая. Все эти материальные вещи, которые я раньше любила, для меня теперь ничто. И они просто воняют. Right. Tell me, my dear. Я говорю, прав или нет, скажите мне. Yes, Гурудев. Да, Говинда Махини, я хотел
Можно два слова вставлю на его, как бы, да, реакцию? Я вот на самом деле... Гурудев, видите, подводит очень, подводит, видимо, с правильной стороны, с какой-то, хочет он, с таким, с преамбулой, с такой хорошей. Да, ну вот вы скажите, из моего личного опыта, для меня тоже вот, ну как бы, разговоры, мысли с другими людьми уже около 10 лет, они для меня прям реально воняют, вот прям зловоние. Я прям задыхаюсь реально, поэтому я постоянно вот в доме куда-то там иду, я всегда использую какие-то ароматы для меня, но это именно про желание, вот желание других людей, да. Я не могу не говорить, ну как бы, не говорить не о радхе, вот как бы, я на другие темы, вот. Не знаю, со мной такого раньше не было, 10 лет назад. Вот когда я встретил Ананту Дас Бабаджи и Пран Кришну, и Говардхана Бабу. Рады, простите, пожалуйста. Radha Govinda is saying his personal experience. He is confirming your words, Gurudev. Like 10 years ago, when he met Ananta Das Babaji and Pran Krishna Das Babaji Maharaj, and he lived in Govardhan with one Baba, and he got this taste. And after this, now he cannot talk with ordinary people with this. Different sets of mind, different desires. He wants only to speak with those whose only desire is Radhika. He is want to talk only about Radhika. So he understands your words, and his experience is like this. So I also want to know about the pastime, but I say how it happened. Я понимаю, Гурудев говорит, я понимаю, что вы хотите услышать лилу, но я хочу подвести и как бы дать другим и вам понять, как вот это, то есть как к этому подойти. Гурудев, a shakti attachment means then our mind becomes like a magnet, is only attracted there anymore. One alcohol drinker, now I'm thinking this. He had a taste in alcohol. Yes. Other has no taste in alcohol. When he has a taste in alcohol, he beg, borrow, and steal, and he drink alcohol. 24/7. Right? Yes, unfortunately. And then he is so obsessed, so attached, that he sell the ornament of his wife and money steal from her wife and he drink this. This is drug addict or so. This is asak. It's not a foreign language that you use something here and there. In the material world they also you use. The spiritual world also you use. It's a word. Гурудев говорит пример асакти, вот этой глубокой привязанности и полной поглощенности. Это, ну, самый банальный пример, это человек, у которого алкогольная зависимость, то есть он настолько привязан к алкоголю, что он просто сходит с ума, и он совершает такие ужасные какие-то вещи странные, то есть он может продать из дома все, он может у своих детей деньги отобрать, у своей жены продать ее украшения, лишь бы только купить, да, вот свой вожделенный объект этот. Вот, поэтому природа асакти, она вот такая. Очень, то есть он может back borrow steal, да, занять, упросить, занять или даже украсть. То есть он просто сумасшедший до своей цели. Gurudev, this is why we keep the material body so that we can understand the spiritual body. Why? It's question. Translate. Вопрос Удава Прабу задал, говорит, вот, Гурудев, видимо, для этого нам и даны вот эти материальные тела и опыт материальных тел для того, чтобы мы могли понять, что в духовных телах происходит. One, to understand. Первое — это для того, чтобы понять. Second game. The Lord, Supreme Creator, he become Naravadalila. He become human, like a human pastime.
That is Naravada Leela. He himself comes from the upper planet to behave like a human, like me and you. This is a special gift. And then we don't want to understand. It's very fortunate when we don't understand in this life. All these circumstances never possible to come in our life. We are crazy, a mad person, so lusty in other material things that we don't want to understand. Or he appears to play with me like that. After that, we don't understand. We got the mind to understand, feel to understand. We don't want to be more lusty in our ego and sense enjoyment. For this sin, this ego, not make me to understand that he gives so much mercy to appear like a human, to behave that. И Гурудев говорит, что да, для того, чтобы для чего нам нужны материальные тела и вот, вот эта вся жизнь материальная, для того, чтобы понять. А говорит, кого понять? Вот представьте, сам Верховный Господь, Он снизошел из духовного мира сюда, на землю, и вел себя, как Наравата Лилу играл, да, вот проводил Наравата Лилу, игру подобную вот обычной человеческой жизни, отношениям. Для чего? Для того, чтобы мы могли понять его и приблизиться к нему. Говорит, даже вот, ну, не представить, насколько это грандиозно, насколько это милостиво, насколько это прекрасно. Он у нас, говорит, наш этот материальный ум, он настолько зациклен на материальном, что мы даже этого не можем ни понять, ни оценить, ни восхититься. Вот, и он так эмоционально это все повторял, что именно для того, чтобы понять его нароватую игру, вот мы, собственно, и живем для этого. Then again, he see, maybe something I behave like a creator. I behave like a creator, but I never teach about love. Krishna, gopis and sakhis and manjaris, but I never one pointed. In love. Love means one pointed. И он явился, да, он, Кришна явился, и он провел игры, и он творец всего, но он не сделал очень важного, он не научил, что такое любовь, что такое однонаправленная любовь, потому что любовь — это всегда однонаправленность, но он провел игры, да, с многими категориями преданных, и с Саки, и со всеми, но он не научил однонаправленности. And again Radha and Krishna appear, request to Radha, please appear, because I want to learn the love of you, from you. So I will take your mood to behave like that. Like a manjari, your dasi, I want to behave like that, to teach to my devotee who loves me. I will not go jump out from your mood. I will cover, you cover me also. My nature is like this. И Кришна понял это, что он не сделал самого главного, и потом он снова явился на землю, в этот материальный мир, как совместное проявление Радхи и Кришны, но Радхи в нем было больше, потому что он попросил свою возлюбленную отдать свое настроение, свое тело, таким образом закрыть его внутри себя, чтобы он смог и прочувствовать это настроение, вот эту манджари баву, прочувствовать и раздать ее всем. И потому что у него, у Кришны природа очень подвижная, он не может усидеть на одном месте, поэтому он попросил Радику буквально себя как бы зажать, да, вот в этой природе своей полностью объять, чтобы он никуда не смог выскочить из этого настроения. They give my importance, Krishna say my importance more and your importance less.
И Кришна все равно сокрушается, говорит, ну вот я хотя и приходил, но они все равно остались глупыми, они все равно меня воспевают, мне, Кришне, поклоняются, а тебя, Радика, они не чтут, они не понимают твоей важности. I want to show this, that your importance is in my life very important. Krishna say, I want to show this, that your importance is more important than me. I want to be your dasi. I want your kinkari to serve you and learn from you. И Кришна сокрушается, он плачет буквально и говорит, что ну, я так хотел в этом явлении показать, насколько ты важна, насколько ты для меня важна, насколько ты для всех важна, но они не могут этого понять. Я хотел показать, насколько прекрасно быть твоей слугой, да, быть как кинкари, что ты самое важное для меня и для всех. Radhika said, no, I will not do this. I cannot see like this to you. That Krishna say, in love that you cannot make any rule. This is my desire, you have to fulfill. И Радика сказала, нет, я не могу на это пойти. Но Кришна говорит, в любви нет никаких правил, ты не можешь устанавливать правила, поэтому сделай, как я прошу. That Radhika agree, okay, to fulfill your desire, I will do what you will say. But they both come and they said that. И Радика сказала, да, хорошо, я сделаю, как ты хочешь. И поэтому они оба спустились. For what? Only to meditate their pastime. Для чего они спустились? Только для того, чтобы медитировали на их игры. All is my material thing is all painful. Потому что материальные вещи приносят только боль. Thank you, Baba. Little question. Rade, sweet. Sweet. More. Sweet emotions. Sorry, what to say, but it is important to share these feelings. That is asakti. That is asakti. That is the madness. This is a madness. Вот это, говорит, я прошу прощения, что я так отвечаю, но это очень важно, поделиться было, это все рассказать и поделиться, потому что вот оно, что такое асакти. Я хотел показать эти эмоции, что значит асакти, что значит это сумасшествие. After that madness is not coming. They become mad, and we are not become mad. Understand. No anurag to feel this. Если мы не станем такими сумасшедшими, если у нас не будет чувств, как мы сможем понять анурагу и прочее? Anurag, they one-sided, not both-sided. Only one-sided is happening. Is raga. Their raga is there, but my anuraga is not there. That I can also feel, and I become mad for that. Как мы сможем понять вот эти глубокие чувства любви, разной степени любви? Например, рагу — это когда с одной стороны любовь, но анураги нет, потому что анурага — это когда любовь идет с двух сторон. After asakti, what is happening? What is that?
Bhav, oder? Gurudev. Bhav? Bhav. Bhav is feeling. Что после асакти идет? Это стадия бхавы. Что такое бхава? Это чувство. Feeling coming or not? This give feeling or not? What is the meaning of Srimad Bhagavat? And what is the meaning of Chaitanya Charitamrita to increase the feeling? Bhava. Бхава — это чувство. Нужно посмотреть, есть чувство или нет. В чем смысл Шримад Бхагаватам и читания Чаритамриты? Эти книги, они дают чувство бхаву. Get the bhava means not understand that Srimad Bhagavat and not understand Chaitanya Charitamrita to feel these things. Right? Если нет бхавы, то вы не сможете понять ни читания Чаритамриту, ни Шримад Бхагаватам. Gurudev, can I share one small thing, please? Just yesterday, I found one quote from Jayavadharma, from Bhaktivinoda Thakur, and he is saying that unless you are not immersed in Ujjvala Nilamani, unless you are not understand Ujjvala Nilamani, feel Srimad Bhagavatam, you cannot understand, you cannot get anything from Srimad Bhagavatam. So for me it was like, unless you are not in the moods of Radhika, in her character, in her lilas, in her swarup, you cannot understand Srimad Bhagavatam, you cannot get anything from Srimad Bhagavatam. You cannot get anything from Chaitanya Charitamrita. И я сказала, что я могу чем поделиться тем, что я вот вчера прочитала. Я нашла цитату, где Шрила из Джаявадхармы, где Бхактивинода Такур сказал, что пока вы не погрузитесь в Уджвала Ниламани, не поймете Уджвала Ниламани, вы не сможете ничего получить от чтения Шримад Бхагаватам. То есть вы не сможете понять Бхагаватам, пока вы не осознаете Уджвала Ниламани. То есть пока вы полностью в Мадхурья Расу, в Радха Бхаву, да, вот в Радику не погрузитесь, вы Шримад Бхагаватам не поймете. Гурудев говорит, да, и читание Чаритамриту тоже. Feeling is our natural property because we are living soul. Still we are conditioned so highly that we have no feeling. It's the nature of the soul to feel it. Что такое бхава? Бхава — это чувство. И чувство присуще любой живой душе. То есть мы — это наша собственность. Поскольку мы являемся живыми существами, то у нас есть чувство. Бхава авто? Авто прем. And then comes Sneha, right, Gurudev? These are the different stages to the development. In bringing to Sneha. Yes. Bhava ведет к Снехе. These are the only we know American word, love. Mm. How many stages I explain you in Hindi? В английском есть одно слово «любовь». Но смотрите, сколько стадий любви я вам уже описал, сколько их на хинди. And this sneha is no love, but beginning of the love. И что такое снеха? Снеха — это еще не сама любовь, это начало любви. I never see each other. Они еще не видели друг друга. Only I see the picture.
Я только вижу картинку, изображение. I listen one flute. Я слышу просто звук флейта. I listen one voice of someone. Я слышу чей-то голос. And it's not going from my mind. I don't know what to do. Из моего ума эти звуки не выходят, и я даже не знаю, что мне делать с собой. Radhika is asking to his friend, "Are I don't know. I see one picture. I fall in love with that picture." И Радика говорит одной из своих подруг: «Я не знаю, что мне поделать. Я увидела изображение и влюбилась в того, кто на нем нарисован». This, you know, friend asking. Она спрашивает: «Ты знаешь, кто это?» А картинка так привлекла меня. I'm totally in love with this picture. Я по уши влюбилась в это изображение. I listen one flute. А еще я услышала звук флейта. And I like this flute very nice, very sweet. I can listen. I want to listen that. И этот звук был настолько сладостен, настолько приятен, что я не могу удержаться, я хочу его слушать и слушать. And one day I see one boy who is bringing with cow and going with his friend. And I see when I see his eyes and nose and the color, it's so attracting. My heart is not thinking out of this. I don't know, I fall in three men. At the same time, say me what to do. This is... I don't know to whom to love and who is my lover. И Радика сказала: «И однажды я увидела прекрасного юношу с темным цветом тела, его глаза, его прекрасный нос, и я влюбилась в него. И я не знаю, что же мне делать, ведь я влюбилась в трех разных мужчин. Подруга, о, подруга, что же мне поделать?» И вот это Снеха. В English you say love, that is starting, it's nothing happened. I never meet, I never see, I never talk, but it happens. В английском одно слово для любви, но есть разные стадии любви. Вот это снеха — это самое-самое начало любви. That is the sneha stage. Это стадия снехи. I have a question. Thank you, Baba. Thank you. So when these stages that come in our sadhana bhakti, in our sadhaka deha, they go to a certain extent of feeling. But then you said that when we are beyond the gunas and we reach, or we are going deeper in our soul, in our Swarup Nishta and Ishta Nishta, actually only then we can start to feel the other kinds of prema. Is this right, Rudy? Because it is very difficult for us. Other kind of why different? From sneha to prema. Anyone can be in sneha. In material life, and he can be in the asakti. I say about alcohol asakti. You give this human experience. Natural is a natural of the soul. Why not to understand by it? But I have read many times that the they say always from sneha to mahabhav, you can only experience in the spiritual body. Like we can compare it, but to really... The body is already there when Nishtha is there. If no faith is there, no body will come. Nishtha means firm faith of the mind that my life cannot go without drinking of my alcohol.
I cannot live. I will die without alcohol. This right. is Nishtham. Has to be. You understand? Drug addict say, I cannot live without bottle. That nishtha has to come. So what about please these translation? Other... I'm not trying. Oh yeah, sorry. Translation, please. Я просто пыталась тоже понять немножко. Значит, Сунити mm-hmm. задала такой вопрос. Она говорит, что, ну, вообще говорится, что мы можем понять в нашем материальном вот мире, да, вот в этом материальном мире душа может понять вот этот опыт до определенного уровня, да, то есть выше снехи это уже только в духовном мире, в духовном теле, то есть так пишется, да, в писаниях. Она говорит, это правда, Гурудев? И Гурудев говорит, что я утверждаю, что асакти стадию можно понять здесь, потому что это вот присуще даже, ну, если взять материальный пример, то вот эти сумасшедшие алкоголики, они готовы на все, да, они влюблены там в свою бутылку, на все готовы. То есть вот эта сила привязанности, сила однонаправленной вот такой жажды и страсти, она здесь есть. Поэтому почему же она не может в духовном быть направлена на духовный объект? То есть это, ну, как бы это возможно. Вот, и он говорит про стадию асакти. Дальше я, ну, по-моему, про снеху он еще не сказал. Yes, Gurudev. Yes, because I want to just clarify, reading it so many times now, what is the point of this differentiation? That from sneha on, we can only experience or learn these feelings. No, from nishtha, from nishtha. When anartha nivritti khatam, and we jump out from anartha, nishtha is done. Nishtha means, well, like I cannot live without this. This is nishtha. Then it come out. Гурудев говорит, что нет, говорит, с ништхи все начинается. Что такое ништха? Это вот яркий пример, это вот эти алкоголики, которые всю свою жизнь, ну, подчинили вот этой своей привязанности к бутылке. Вот это говорит, вот такая у нас должна быть твердая вера, как полная зависимость, полная привязанность к нашему духовному объекту, к нашей цели. It's easy. Don't go in philosophy. Это говорит просто. Не углубляйтесь в философию. Вот смотрите на этих алкоголиков. Also drinking. Yes. Tea good. Got it. Drinking. One is wine, one is divine, one is honey wine. Honey wine. Are these two have divine? Honey wine will, then we will go to see honey wine. How they kiss each other. Are go to divine? Wine will not work. Divine will work here. And honey wine will work here. And no hangover. Hangover! Hangover with your family. Separation. Serve to her. And if you want to see their hangoverness, then only watch for Ajay Manjari to see how they somni. And Krishna is hangover for each other. Are they? Sorry, I don't know these terms, these alcoholic terms. What means hangover? Hangover, it's when you're sick after the bottle. Ah, I see. Похмелье in Russian. Окей. Гурудев говорит, что есть wine, есть divine, есть honey wine. Это игра слов, да? Wine – это вино, divine – это божественное. А honey wine – это медовое вино сварупы, да, которое пьют Радха и Кришна. Гурудев говорит, что
Ну, это аналогия, поэтому она и подходит, да, потому что всем понятно пристрастие алкоголиков, которое просто подчиняет всю жизнь человека к вину, но нам нужно, нам, говорит, вино не поможет, естественно, нам нужен divine, то есть божественное, да, и уже это божественное, это сознание души, вот эта divine стадия божественная, оно приведет к honey wine, приведет к сварупе, да, к созерцанию вот этих игр с распитием медовых напитков божественной читы. И преданные говорят, что типа и нет похмелья, что-то такое. Гурдев говорит, вы можете увидеть, вы сможете увидеть, как Радика и Кришна, как они хмелеют друг от друга. То есть для вас это будет вот, вот это вот похмелье, это вот, вот оно и есть. То есть это их игры, это их опьянение друг от друга. Так. This is honey wine. When sneha starts, is a honey wine. Honey wine, вот эта стадия, она со снехи начинается. Ну, сварупа, да, все. Hangover means that I am with her and he is with me. Right? I think that. Sorry. Гурудев тоже этот термин не знает. I think that hangover is separation. After. No, no. I think that hangover, or my feeling, sorry, my English is not good. So my hangover means that I cannot live without you. Yeah. Yeah. I hangover on you. Гурудев тоже не знает этих терминов, и он говорит, я предполагаю, что слово hangover, но hang — это висеть, да, он говорит, что это как будто я не могу жить без тебя. I hangover to you. Что я повисла на тебе, да, я не могу жить без тебя, Радика, без моей Иштадеви, да, вот это понимание этого термина для Гурудева. Hanging over to Krishna, Krishna is hanging, okay, I want to watch that. How you hang over each other? That is my issue. Not other meaning. I don't know English much. I think that I hang over to someone. То есть для Гурудева этот термин «hangover» — это как будто ну, на кого-то вот, да, опираться, так повеситься. Да, вот. И он говорит, что я, говорит, хочу полностью вот ну, зацепиться, да, за мою свамини, быть с ней, вот, и видеть, как Радика и Кришна, они вот, да, обнимают друг друга, то есть вот, да, как прислоняются. Ну как вот? Он говорит, я так понимаю, говорит, простите, у меня английский не идеален, я вот так этот термин понимаю. Sorry, my mistake. I say it like this. Oh, it's good. It's perfect. Hanging over. When I hang over to you, Radhika, I can. I'm so drunk. I cannot run myself. And when I see you are so hanging over to Krishna, I want to watch. So sweet, so simple. Why not see that? Yeah, what philosophy you are talking for? And I see the natural. It's not unnatural. И Гурудев говорит, зачем вся эта философия? Ведь самое сладостное — это видеть, как Радика, да, с Кришной взаимодействует, как она, да, к нему, как он к ней тянется, их игры. Говорит, что вот, вот это самая сладость. And what I can do? I can be independent better time when I don't. Why you give me form? Where I hang over? Only you are the person that I cannot control myself. Why you give me form when I was independent in soul consciousness? Is better to me independent and marginal. I'm doing myself many things, but now what to do? Why you give me the form? Where I hanging? I will hang over to you. What to do? I don't know.
И Гурудев говорит: Радика, зачем ты дала мне эту духовную форму? Мне было и хорошо, и так в этом сознании души, что вот я душа, там духовная душа, и я мог быть как бы, ну, в какой-то степени независимым, но ты дала мне форму, и что мне теперь делать? Я могу только теперь тебя обнять, за тебя зацепиться, да, вот этот hangover, то есть повиснуть на тебе могу, потому что у меня больше нет никакого другого прибежища. Why you make me to drunk? I drank by your form. Зачем ты, говорит, дала мне опьянеть от твоей формы? I will not leave you. Why you make me dirty? Where I go? I have no business to go any place, and I will never leave you because. If I leave you, what is my status then? I'm your shadow. I will catch you and go where you I want to go. You will go, I will run you. I will run with you every place. Why not you will show me everything? Oh, no, no, I'm going to take honey wine. Why you will go there? No, no, no. I will not leave you. You cannot do alone anything. Manjari, talk like this, why? Manjari говорят, это Даси, это Манджари говорит Радика, ну зачем ты дала мне эту форму? Зачем ты сделала меня полностью зависимой от себя? Ведь я теперь, мне теперь некуда податься, потому что я твоя, я только твоя, и я твоя тень. И как тень может существовать без объекта, который отбрасывает эту тень? Поэтому куда бы ты ни побежала, я буду везде следовать за тобой. Если ты будешь пить эти медовые напитки, я тоже буду рядом, находиться рядом с тобой. Ну вот он так причитает, да, зачем ты меня настолько сильно привязала к себе? Куда мне теперь деться? У меня кроме тебя никого нет. Understand. Muy fácil, very simple, yeah. You don't know, you know that I cannot read much. I cannot do anything. Without your help, I cannot read. Then what to do? I cannot do anything. I have to do any only one thing, not to leave you. That's it. Я, говорит, ничего не могу делать без тебя. Единственное, я, говорит, даже читать не могу без помощи, Гурудев говорит. Стихи не могу читать. Я, говорит, ничего не могу. Единственное, что я могу, это никогда не оставлять тебя. My Radha Govinda, what happened to you? Ну как, Рада Говинда? Довольны вы? Beautiful. Crazy beautiful, Катха, sweet. Thank you, Манджари. Thank you, Баба. Jai, Gurudev. I'm not a sannyasi. I'm not a devotee. I'm not a grihastha. I'm nothing. Yeah, nothing. No qualification, nothing, you see. Я, говорит, не саньяси, я не вайшнав. Я, говорит, у меня никакой квалификации, я никто. I try to become sannyasi, I live it. I'm not Babaji, no sannyasi, no grihastha, no brahmachari, nothing else. I'm nowhere. You are Dasi, 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 Anudasi. Radha Rani impressed me. She said, no, you are my Dasi. You please stay with me. I will take care of you. And if I think for her, what is my mistake? Why she make me like this? Right. Гурудев говорит,
Я, говорит, смотрите, я, говорит, ну, никто, у меня нет никакой позиции. Я был какое-то время саньяси, долгое время. Потом я, ну, я, говорит, и не саньяси, и не бабаджи, и не грихастха. Говорит, никто, не брахмачари. Я, ну, вообще не имею никакой позиции. Но у меня единственная, Радика взяла меня под свое крыло и сказала, ты моя даси, это моя единственная квалификация. Material qualification, and this is no been meaningful. It's no business in Radha Dasya. Understand? Материальная квалификация в Radha Dasya вообще ничего не значит. Any identification external is not qualified for Radha Dasya. Believe me, my dear. Поверьте мне, мои дорогие, что никакая внешняя материальная квалификация, она не даст в Radha Dasya никакой, то есть никакого толка не будет в этом. Она не играет значения. Материальная квалификация любая абсолютно. Agree or not agree? Radha Govinda, say me, my dear. Radha Govinda, вы согласны? Да. Говинда Махини, добавьте от меня еще Махараджу такое. Вчера, по-моему, Гауранга или Джайананда прославляли Махараджа, о том говорили, что, помните, Прабхупада его благословил на то, что ты будешь проповедовать везде, всем, безостановочно. И вот как бы я хотел, ну просто, да, где Прабхупада, где я знаю. Ну вот вся моя любовь, все мои практики, садханы, да, все мои благословения какие-то, ну, у меня уничтоженного последнего, да, кандидатки в манджари. Я хочу, чтобы Садху Махарадж, да, чтобы он даже когда получит освобождение, чтобы он и там эти игры рассказывал, рисовал вообще, и, да, и то есть его... Я когда увидел первый раз, как он плачет на баджане, и, ну, когда-то давно-давно, в интернете, и прям меня это цепануло, я прям полз сюда 10 лет на коленках, стел коленки, зубы, но я приполз, я, пусть он мне даст гамма, гаэтри, див, баба, клип-дисми. Это вы 10 лет назад Саду Махараджа увидели или услышали? Да, 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 я слышал. У Ананта Даса Бабаджи Махараджа. Да, да, там какой-то праздник был. В Шастра-Мандире, он там был, там, он был с учениками тоже, Суники там я видел. И вот, в общем, благословление и моя просьба. Но он же вас уже приглашает, Гурудев, он вас ждет так сильно в Мунгер-Мандире. Окей. Гурудев, Radha Govinda, he is very emotionally, he is saying to you, that first yesterday on Japan Zoom, he heard this story when Srila Prabhupada blessed you to preach all over the world and to give this Radha Dasyam. And he's saying, Radha Govinda, that although he is very, very tiny and insignificant, and all his bhajan, tapasya, and all these things, they are very, very weak and insignificant, although he is giving everything to you, for you to continue speak this beautiful Rasika Katha. And he is confessing that first time he saw you 10 years ago, he saw one video when you participated, he saw Suniti also with you, with disciples, you were in Shastra Mandir of Ananta Das Babaji, and it was some celebration, and you were crying while singing bhajans. And from that time, 10 years ago, you caught the heart of Radha Govinda, and he's saying that he was crawling all these 10 years to reach to you, and now he is totally in love with you, and he's giving all good that he has to you, and he wants also mercy from you in the form of Kama Gayatri. He wants Kama Gayatri, and he is
all good wishes he has, he's giving to you, and he's very impressed by your emotions, by your personality. Radharani Mercy and my Gurudev. Just a statement of I have no qualification. У меня, говорит, никакой квалификации. Это все милость моего Гурудева и Радхарани. Спасибо, говорю. You my guru, I'm you Dasi, Baba. Member, member. Рада Говинда. My guru Манджари. Преданные поедут. Не обманет. Рады, рады. Преданные, я скажу, да, сейчас, в общем, преданные, наши русские преданные поедут весной к Гурудеву. Просто там и знающие английский будут, поэтому присоединяйтесь, там группа прям будет, вот. Гурудев хочет увидеть, кто присутствует. Пожалуйста, кто сидел без камер, включайте камеры, чтобы он увидел лица, всех благословил. Это для него очень важно. Он специально купил большой экран, чтобы всех видеть, плазму, чтобы каждого крупно видеть. И даже время, не знаю, какое сейчас. Ой, пять. О, Радарани also together. After a long time, I'm looking for Рада, рада, рада Мохан, приятно тебя видеть. С возвращением. Рады, рады. Рада, привет. Ой, Мадхулата сегодня с нами, очень приятно ее тоже видеть. Рады, рады, Дандавати Махарадж. Рады, рады. Анна Копылова, я не знаю, кто это. Прошу прощения. Оксана. Это, наверное, наша Оксана из Краснодара. Гурудев, also I'm inviting Bhaktas from Краснодар, from Krishnadar. We moved to another place. To another part of Russia, Krishnadar. And I'm also always inviting Bhaktas from Sangha. So yes. Probably now they're here, Russians. Please bless them also. They are very, you know, they are very, how to say, united. They're very nice. Yeah, very nice to receive. Thank you all.